И всем привет, дорогие друзья, с вами Индия, и сегодня мы поиграем в инди-игру под названием Flambage. Это стратегия, причем она в таком жанре, в котором очень мало игр. Как бы так сказать вам, это пошаговая стратегия с элементами RPG, но в отличие от обычных стратегий пошаговых, она заключается в том, что ход он одновременный, то есть и противник одновременно ходит, и мы. Таких игр очень мало, и это мой любимый жанр. Единственная игра, которую я знаю в этом жанре, точнее, которую я помню, пожалуй, я, может, еще в какую-то играл, я уже даже забыл, это Atlas Reactor. Она free-to-play, и причем с мультиплеером, то есть это, мне кажется, даже лучшая игра в этом жанре. Но я нашел также вот эту игру, она достаточно старая, вроде как 16-го года, и находится на стадии разработки. И, как по мне, она, по-моему, из нее и не выйдет. Синглплеер, компания. Интересно, тут мультиплеер работает, мне прям вот интригует. Это с другими игроками может быть драться? Хотя с Atlas Reactor, мне кажется, мало что побьет, но в Atlas Reactor там... Во-первых, графика такая современная, и она у меня лагает. Здесь-то мне точно не будет ничего. Так, имя мое, да? Наверное, имя. Сохранение, я понял. Вряд ли эта игра будет слишком долгая, мне кажется. О, красиво. Так. Forest Clearing. Какой-то лесной лагерь, что ли? Так. Проснись, что-то плохое произошло. Моя голова раскалывается. Ты должен вернуться в Ноквуд, Харри. Кто? Что? Хорошо. Окей, так. Давайте, знаете, что делаем? Пускай противник уходит. Ага, он ничего не делал. Подойдем поближе. Ага, он ничего не сделал. Окей, что мы сделаем? Подходим сюда, используем вот это абилити и на противника набегаем. Ой, проблемка, я не добежал. Использовать блокирование. А стоп, если что, подождите. Отмена. Раз, два. А, только мануал, я понял. Окей. Ага, мы обезоружили противника. Теперь он не может атаковать, он иконка, я вижу. У него 17 жизней. Он один ход не может атаковать. У него КД стоит. Атакуем его. А потом можно как-нибудь бежать? Нет, окей. На. Так, противника перезарядилась его КД способности. Я блокировать не могу. Давайте, знаете, что сделаем? Сделаем тактику по тактейшену и отбежим. Ага, гениально. Теперь мы на большом расстоянии и можно его атаковать. Блин, мне продамажил, окей. Сойдет. Так, хорошо, у меня новая мышка, она прикольная, дешевая, похожая на клон каких-то крутых геймерских мышек. Но у меня на такие деньги, конечно, нету. Я такой, о, лучник сидит на дереве.
Но эта мышка, она, знаете, шумная. Единственная проблема, я попытаюсь ее заглушить, но вы будете слышать, конечно, нажатие. У предыдущей мышки вы тоже слышали, но это будет еще сильнее, так что извините меня за это. Там, кстати, снизу полосочка была моих ходов, так что я теперь понял, как рассчитывать ходы. Видите полосочку под логаном? Там получается количество его ходов. Мне нравится, слушайте, вот по геймплею игра шикарно сделана. И музыка неплохая. Мне нравится. Лучник его убил, я понял. Лучник наш. Тебе нужна помощь? Типа, что ты делаешь на дереве? Я не знаю. Меня с английским плохо. Переводите сами. Типа, давай поможем друг другу? Окей, ладно. Я тут по геймплейной части, а не по части диалогов, извините. Так, не-не-не, какой нафиг скилл использовать? Не надо. Слушай, мне игра нравится. Единственное, я не понимаю, почему не правую кнопку мыши использую только для отмены. Я бы использовал ее для управления камерой. Хорошо, что у меня починена левая средняя кнопка мыши. На старой мышке. Она поломана. Слушай, мне игрушка очень нравится, если честно. Прям вот очень-очень. Если бы ее разработчик поддерживал, я бы, наверное, ее даже приобрел и поиграл в мультиплеер с кем-то. Она не слишком дорого стоит. Но, к сожалению, она, мне кажется, уже умерла, потому что она вышла в том году, и о ней ни слуху, ни духу. По-моему, даже видео в Ютубе толком и нету. Ага. Давайте, знаете, как сделаем? Вот так. Что у тебя есть, кстати? Лучница. Как тебя зовут? Арберин. Арберих. Я не знаю, там, во-первых, шрифт такой плохо читаемый, во-вторых, я не знаю, как английский имя читать. Выстрел, вы выстреливаете стрелой. Ого! Прям вот настолько. Шот, а ну-ка, ты можешь выстрелить? Objected. А, можно мануал, я понял. А есть автовыстрел. Вот настолько он крутой. А ну-ка, продемонстрируй мне. Так, ты. Стой здесь, окей. Давайте посмотрим, как он стреляет. Ничего себе, это читерская. Она, получается, вот этим автоприцелом может в любую точку стрелять. Ничего себе. А, блин, не перезарядка, это что? Додж. Уворачивайтесь от следующей атаки. Окей. Мне это не надо. Я так понимаю, что... Интересно, перезаряжается только... Только если я использую автоприцеливание или в любом случае. Так, давай беги сюда. Мы с этим быстро разберемся. Я надеюсь. Давай, авто... Нормально, давай. А, меньше дамаг, я понял. То есть авто, но дамаг уменьшает. Это получается для ленивых. Ух, повезло. Он мог меня сейчас продамажить. Слушайте, по геймплейной части мне очень нравится. Она такая продуманная. Графика тоже шикарная, такая пиксельная. Жалко нельзя приближать. Но это понятно. Музыка неплохая. В общем, мне все нравится в этой игре. Беру свои слова обратно. Но, если честно, это ненужная вещь. Потому что чем сильнее приближаю, тем виднее пиксели. И виднее, что... пиксельная графика приближать лучше не надо. Сами знаете. Ну, слушайте, шикарная стратегия. Мне кажется, мы ее пройдем. Она вряд ли слишком длинная. Но выглядит неплохо. Так, тут я слышал, еще мечник есть. Я, кстати, могу Q-шкой использовать и W, да? Это типа... Как в всяких... А, кстати, мануал — это дамаг увеличенный. Я понял. То есть, получается, самая читерская такая с автонаведением атака, она больше всего дамажит. Я понял. А которая меньше всего дамажит, она без... Автонаведение, она меньше всего дамажит, а без наведения она больше всего дамажит. Я понял. То есть, по сути, я могу сделать вот так, и дамаг будет увеличен, и я могу его почти ваншотнуть, да? По-моему, ничего не изменилось, ну ладно. И КДшка все равно осталась, окей. Ты двигайся сюда, и... нет. На него бегим. Промазал? Что такое дерганый? Нет, давайте, знаете, как сделаем? Отступим немножко, а то он побежит еще на меня, ну нафиг. Не, давай, вот таким. Давай автовыстрелом, то все равно ему немножко осталось. А чё он не выстрелил? А чё он не выстрелил?
Так, давай, таким прямым. Objected. Сюда, давай. О, беги дальше. Отличненько. Графика красивая. Я такие игры люблю с такой графикой. А по геймплею она шикарная. Это я для себя открыл чем-то похожую игру, правда, с другой графикой. Divinity. Original Sin, кто знает. А, тоже пошаговая RPG. Такую я, честно, в первый раз вижу, мне понравилось. Вторая часть, она прикольная, но она, блин, лагучая. Там такие требования жесткие. А первая часть мне понравилась, я в нее играю. Идеально. И остался один противник. Но мне, по сути, вот туда, да? Не, мне по задумке игра шикарна. Жалко, конечно, разработчик ее забросил. Тут бы русский язык. Немножко разнообразие. Мне кажется, вообще для меня лучшая игра была бы. Так, по сути, он не должен вообще двигаться. Так что давайте его автоприцеливанием выполним. Ну, точнее, ручным, наоборот. Так, и давай вот этим. Вряд ли он побежит куда-нибудь. Ого. Танцует прикольно. Золото заработали. Круто. Тут, смотрим, большой мир, да? Ну, давайте еще одну миссию пройдем и на этом закончим. А, тут такая маленькая локация? Серьезно? Странно. О, тут музыка другая пошла, прям такая. Боевая. Пиксельная, прикольно. Восьмибитная, точнее. А чё, он вернулся? Серьезно? Не, давай, значит, блочнем. А этой... отойдем. Ух, повезло. Вовремя отошел. Так, давай доджнемся. Ну, вы поняли. Урод настолько маленький. Он, наверное, сам работает, я понял. И давайте вот так сделаем. На! Так, урод сработал, отлично. Да, еще доджим с ней. Тут получается, можно бесконечно уворачиваться, да? Круто. Так, давай добиваем этого гада. Ворот. Слушай, у него лучник, он сам читерский перс. Я не понимаю, почему у него додж без КД, а выстрел с КД. Это нелогично, мне кажется, наоборот должен. Окей. Музыка прикольная, слушайте, а мне, ну, я читал, по крайней мере, об этой игре, что кому-то не понравилось, что музыка не доделана. Может, это про бетку говорили? Ну, в смысле, про альфу. Она на кикстартере еще. Я смотрел обзор, точнее, читал обзор. Видео по этой игре, по-моему, даже нету. Там говорили, что у этой игры проблемы с музыкой. Звуковым сопровождением. А по мне все шикарно. Я так понимаю, это было между локациями. Наконец-то можно отдохнуть. Я не знаю. Так, это мечник, да? Да. Что у него за скиллы? Серьезно, они нарисованы одинаково. Посмотрите. Вот на этот скилл и на вот этот. Они, по-моему, вот прям вот почти один в один нарисованы. Ну окей. Я про уворот. Юнит. Блокирует следующую атаку. Дейлинг атак. Наверное, контратакует. Юнит атакует противника. Вообще в упор. Окей. Что у нас тут? Тут не туда интересно, да? Наверное. Брат, секрет есть, мне кажется. Погнали. Не, управление удобное, только, знаете, перетаскиванием. Есть похожие игры, которые сложные. Ой, я, знаете, вспомнил одну игру похожую. Вот как раз-таки в этом жанре. Она 2003 года, мне очень понравилась. Я бы, если честно, хотел в нее с кем-нибудь поиграть. Из подписчиков. Называется она, по-моему, XCOM даже. По-моему, XCOM. Она отличается сильно от обычных XCOM-ов. Не помню, XCOM. Не помню точно, как эта игра называется, но она старая, и графика примитивная, там полная разрушаемость уровня. Ну, в смысле, не локация, а на стенке, вот такого типа. Много видов юнитов, три расы.
И геймплей, ну, очень прикольный. Правда, там нудно, чтобы походить один ход. Ну, не знаю, надо 10 минут потратить. Но вот когда нажимаешь play, как здесь, там такой замес происходит. Мне очень нравится эта игра. Если бы сделали какой-то аналог в наше время, было бы шикарно. Так, знаете, что сделаем? Давайте танковать. Этот успеет походить сюда, затанкует атаку. Я обожаю такие тактичные игры. Этот отойдет. И вот этим выстрелом пробует шмонить сюда. Этот чуть-чуть отойдет назад. И разгонится и атакует по чуваку, который будет бежать на нас. Ну вы поняли, да? Что-то пошло не так. Так, я понял. Во-первых, лучница, ты сюда, этот сюда, этот сюда. Я немножко не учел. Все. Теперь этим блочимся. Он, по-моему, только от одного блочит, он сойдет. Отбегаем сюда и атакуем противника, который бежит на нас. Это отходит сюда и стреляет вон в того противника. Молодец. Я не заметил, не обратил внимания, что с этим. Я так понимаю, одного он отблочил. Ого. Я не видел, я смотрел сейчас за лучницей. Что произошло, но окей, ладно. Вроде все ок, пока что. Так, беги. Ты. А у тебя КД, блин, большое. Это плохо. По сути, она даже лучше уворачивается, лучше танкует, по сути. То есть я могу просто здесь поставить и уворачиваться постоянно. И она будет лучше работать, чем мечник. Он как-то плохо заблокировался. И жизни у него столько же. Странно. Ладно, ты. Ты давай, знаешь, что делай. По сути, отступаем от вот того чувака. Он сейчас будет в атаку идти на меня. И атакуем вот этого. Должно получиться. Да. Ой. Ничего, что он умер? Ну, ничего страшного, думаю. Переживет. Так. Через костер нельзя, это плохо. Так, целимся всех. Ты. Сейчас на тебя все побегут, скорее всего, так что... По сути, вот эта красная полосочка, это и есть агр, да? Про что нам говорили. То есть я могу узнать... А, он блокирует только на атаку. Чёрт. Нифига себе, слушайте. Ну вас нафиг. Я когда читал обзор, ну точнее, в написании обзора по этой игре, оно было достаточно давно, и вот этого чувака вроде не было. Ну, который вот прыгнул сейчас. Кто это был вообще? Чемпион. Да портреты у них такие, знаете себе. Такие себе. Ничего не скажешь. Мне кажется, даже я лучше нарисовал. Тут тупо очень такая, знаете. Последний окружающий график. Вот красивые очень тени, красивые локации. Красивые даже так персонажей посмотреть. Но, блин, вот портрет ужасно нарисован. Могли бы постараться. Или мог. Мне кажется, один разработчик. Слушай, это хардкорно. Прям даже неожиданно. Да, они, по сути, должны на этого агнуться. Давай, заблочим. А ты беги на них навстречу, давай. И ты стреляй даже. Должно получиться, давай. О, шикарно. Так, теперь ты, по сути, должен бежать на него. Блочься. А ты должен заблочить. Сейчас будет этот чувак бежать вот сюда. Точнее, идти скорее. Так, давай, наверное, на авто поставим. Или на... сколько там авто у него? Кью? Да, авто у него такой себе, если честно. Давай сюда. И атакуй вот сюда. Он по-любому сюда успеет дойти. О, шикарно. А в смысле, а почему крестик... я понял. Типа он уже не атакует. Слушайте, вот этому мечнику моему сейчас очень больно будет, мне кажется. Так. Давайте всеми сюда. Лучница. Давай, выборочно, хоть кого-нибудь. Блин, серьезно, она пальнула по... Ау! Чувак, держись. Да, это жестко. Пожалуй. О, отлично. Почти все целы. Так, чемпион этот жесткий. Ну у него кроме прыжка ничего нету, так что нормально. Он даже, получается, сейчас ничего не может сделать, я могу сейчас его просто тупо ударить. Ты получится, ты стреляй, и все.
Отлично. Ну, это было интересно. Мне понравилось. Они даже прокачиваются в какой-то мере. Смотри, у них уже 11 уровень, хотя был 10, да? Добавилось по одной хп, одной атаке и одной движения. Нет, что это такое? Не знаю. 6. Что это? Окей. Без понятия. Так, посмотрю сейчас, сколько времени идет серия. И подумаю, что делать дальше. Серия уже идет достаточно долго. Так что мы на этом пока закончим. Но игрушка мне очень понравилась, так что мы ее пройдем полностью. Мне кажется, она не слишком длинная. Прям вот совсем не слишком длинная. Мне кажется, даже вот здесь закончится. В этом городке. Ну, в любом случае, мы ее пройдем. Да, мне кажется, мы сейчас пойдем на мост, потом пойдем на вот эту полянку. Я так понимаю, это кладбище, что ли? И потом пойдем в город. И это, наверное, последний уровень будет. Но в любом случае, мы ее точно пройдем. Мне игрушка понравилась. Ну, ставьте лайк, если вам она нравится. И всем пока.